Наверное, самая обидная ничья, потеря очков, потому что по хорошей, достаточно неплохой игре, ничья. Да, в первом тайме было очень много моментов. Во втором были моменты, мы забили. Соперник остался, на шансе. Что если покорячиться там? Какая-то мимолетная потеря концентрации, что? Наверное, да. Не знаю. Обидно, да, что вот на такой ноте заканчиваете дома выступление? Хотелось бы, конечно, выиграть последний матч. Спасибо.